Всем здорова, дорогие подписчики и зрители канала Epic Type. С вами снова Валдай Асгард, и мы продолжаем прохождение, точнее выживание в Aftermath. Да, всем привет, и скорее не продолжаем, а заканчиваем. Да, в общем, все по новой давай, да? Фигово поздоровался. Ладно, в общем, да, скорее всего, это будет финальная серия, по крайней мере, на какое-то определенное время. То есть потом обязательно продолжим играть в эту игру, но я думаю, что не скоро. Я пошел к заправке потихонечку, потому что что тут высиживать-то? Посмотрю все-таки, там не там был человек. Давай. А ты меня крой тогда. В случае чего. Вроде он бежал налево, но вроде в то же время их хрен его знает, потому что я не знаю. Мог просто там от зомби наромансить. Ладно, рискну. Просто не буду шифтить на спринте. Хотя вот тут бы на самом деле поднялся бы наверх, посмотрел бы сверху, обзор бы лучше открывался. Ну там я вижу все, что ты оттуда вот должен. Нет, так видеть, конечно, смотреть другую сторону улицы хочу смотреть, понимаешь? Ага. В чем дело? Так. Никого, никого. Снизу. Движение ноль. Можешь, если хочешь, прибегать ко мне, либо там сидеть, как хочешь. Ну я там буду сидеть. Пока что. Это же все-таки город кемперов. Потому что, в принципе, тоже позиция просто очень удобная. Но, правда, мы видны более будем, как на ладони. Хотя вот абсолютно. Вот отсюда, откуда я, тебя видно просто замечательно. Ну, снимай, не хочу. Ну, сними меня сейчас. Эти баррикады, если что, рушатся. Понятно. И вот сейчас я тебя вполне могу снять. Ты лучше смотри не на меня, а на движения какие-нибудь посторонние. Хрен знает, пока ничего вообще не видно. Чувак, если он был, он куда-то бежал. Так, за кем-то зомби бегут. Так, где? Справа от меня, слева от меня? Справа. По справа дороге. От меня. Вижу зомбарей. Человека не вижу, но вижу зомби бегут. В здание. Здание какое? Опиши его. Как выглядит? Белое, очень мыльное. Вижу зомби только... Одноэтажное. Вижу зомби только одного идущего. Нет, там трое зомбарей бежало. Справа. Хорошо. Вот видишь ангар? Ну, такие вижу, как бы, эти самые, как в порту. Не, такие. Именно... Контейнеры красные. Да-да-да. Вот. Но... перед ними здание еще. Через дорогу от меня? Вот, прямо на дороге слева от тебя, чувак. Прямо на дороге, возле заправки. Видишь его? Понял, подожди. За машиной. Да, вижу. Погоди, погоди, сейчас. Вот, давай, стреляй. Я попал в него. Я тоже. Еще раз попал. И я тоже. Убил его? Нет, попал несколько раз. Да с такого расстояния с дробовика это же бесполезно, ты же понимаешь. Смотри, где он, там где-то за машинами. Он и бежал дальше, все, он бежит. Я не знаю, имеет ли смысл за ним идти. Мы тут здорово пошумели. Я не вижу отсюда. Тупо. Короче. Если ты меня сейчас выцеливаешь... Я пошел за ним, если что, налево. Угу. Имей в виду. Я тебя вижу. А вот его я не вижу, он куда-то правее был. Он правее был. Ой, он далеко. Он бежит в сейф-зону, может быть, даже успеет добежать. Но он в сейф-зону какую бежит? Какую-нибудь. Не знаю уж, мне сейчас карту глянуть некуда. Точнее, некогда. Прикол в том, что я его потерял. А-а-а. Но он вверх куда-то убежал. Не, опасно, слишком опасно. Может меня пристрелить, я возвращаюсь обратно. Возвращайся. Крой. Пусть себе бежит, ладно. Отпустили мы его. Он, в принципе, сопротивления даже никакого не оказывал. Может, у него огнестрела никакого нет. Да, верится с трудом. В этом городе без огнестрела не живут. Так. Все, смотри, пожалуйста, в спину мне, потому что, мало ли, перед-то я сам крою, вот сзади меня. Вдруг он вернется с подкреплением сейчас. И сделает мне а-та-та.
Теперь я только боюсь, что он ко мне может в спину зайти. Да, тоже вариант. Все, я на своей позиции, в принципе, у заправки. Угу. Я тоже возвращаюсь, сейчас залягу. Я вот думаю, стоит ли теперь подниматься на у всех на виду. Наверное, лучше снизу побуду пока. Пока полутаю, посмотрю, что тут есть. Алюминиевая бита, хуже. Сбросить. До свидания. Хотя отсюда, конечно, обзор никакой. Так смени позицию лучше тогда. Ты смотри давай там за ситуацией. Конечно, я смотрю по меня всем видишь, сторонам. Нет? Да, конечно. Так. Ну там вот уже нас и не опасно может быть, там может быть народ. Ну, я вот смотрю, там вообще шевелений нет. Вижу зомбаря, который просто вот стоит и все. Слева от меня ты имеешь в виду? Ну, справа, не слева. Хотя, от моего права, короче. Угу. Если смотреть в сторону города. Мы с тобой про разных зомби говорим. Ладно, неважно. Так. Ты там и будешь сидеть в итоге, или еще? Или пойдешь в город со мной? Ну, у меня снайперский карабин. Я понимаю. И ты предлагаешь мне идти в город. Ну, ты можешь также снайперить, просто передвигаться потихонечку и менять позиции периодически. Тут нету в городе нормальных позиций для этого. Я, конечно, могу прийти, но от этого будет хуже только. Ладно, как скажешь, короче. Пойду искать себе приключения на жопу. Крой по возможности. Смотри хотя бы пометки, где я перехожу. Да я это постоянно делаю. Я осматриваю рядом с тобой позиции, чтобы, если что, тебе сказать. Хорошо. Слишком дохера зомби на горе, странное какое-то явление, ну ладно, допустим. Ну может вышел там кто-то. Может и так. Старый фейерверк, мыло, ничего любопытного. Но я особо-то не лутаюсь на самом деле, я ищу приключения больше. Какой смысл лутаться в последней серии? Ну да, никакого. А вот экшончики бы хотелось немного. Ладно, я бегу тоже в город. Ну так, осторожно, неторопливо, без спринта, смотри просто по сторонам. Я вот выцеливаю все из откуда только могу, со всех окон. Откуда угодно. Ну такое ощущение, что здесь никого нет в городе. Хотя ощущение, конечно, может быть обманчиво. Ну-ка, много народу вообще играет. Как там, посмотрите, забыл. П, М, что там, ТАП. ТАП. Ну вообще прилично. Вообще прилично. Так, смотрю свою старую позицию. Вроде чисто. Ну вот здесь прям до хрена зомби вообще. Ну, вроде разбросаны. Если они не агрятся ни на кого, то значит... Нет, они стоят тупо, они вроде разбросаны по карте, может так и должно быть, я не знаю. Просто уж больно их много. Я бы хотел сбегать в пост-офис, там постоянно весело. Ну это да. Но я вот возле него уже сижу. Ну, можешь зайти и сжать меня внутри. Ладно. Я сагрил на себя зомби. Бегу с шифтом. Рискну, забегу туда. Кто не рискует, тут не пьет, ты ж понимаешь. Ой, двоих зомбарей загрел. Я могу туда гранатку закинуть. Не надо, не надо, не надо. Вот этого делать не стоит. Ну, тут пусто. Пусто. Я внутри. Я тоже. Да, твою мать. Убогая клавиатура. Фух,
Ладно, время подкрепиться. Попил, поел полностью, но больше еды нет. Нет, вода-то есть, воды нет. Картофельная грядка, кабельная перемычка. Ну что, выходим. Там справа еще здание есть интересно. Прям посмотрим там что. Так, погоди. Это зомбари стоят. Куда ты предлагаешь? Вот, направо сразу за мной, сейчас смотри. А-а-а. Следующее здание там, за пост-офисом, грубо говоря. Давай внутри заходи. Угу. Так, хорошо, допь. Уже не лутаться не получается, все равно руки так и тянутся, что не схватить. Мне воды бы на сами найти бы не мешало в этом магазине. Вот чистая вода 1 литр. Да, тоже уже увидел. Отлично. Просто прекрасно. Прелестно, просто прелестно. Че, а, мыло? Мне показалось манией, думал, уже деньги нашел. А нет, всего лишь мыло. Так, ну что теперь куда? Обойдем город. Туда. Давай. Вот. Пойдем вперед. Давай. Можем давай. В домик шерифа зайти. Можем. Хорошая идея. Так, мне показалось, или я выстрел услышал? Я не слышал. В случае чего. Но все возможно. Пока чисто, вроде никого не видно. Но опять-таки это пока. Тихо, встань на секунду. Ага, все. Просто шаги твои, не твои. О, здорово. Так, тут это зомбарь, я уж подумал, человек. Угу. Чай его приму. Давай. Хрен знает, никого не видать. Всю ночь пробегали по городу, никого не нашли. Странно как-то. Да, странно их, правда. Еще зомбарь. Пожалуй, зайду в дом, приму в доме. Дабы лишний раз не светиться. Ну, таблетки Тайлонекс, халява. Забирай. Медикаменты — это единственное, что... чего не хватает, так сказать. Да, согласен. Так, ну меня вроде всех с четырех сторон чисто, насколько я смогу видеть из дома. Ну, вроде никого, ничего. Ну, только вроде. Напоглял еще периодически на индикатор зомби, потому что тоже очень красноречивый предмет. Но это надо убить минимум 3-4 зомбарей, чтобы он из... Опа! Зомби 11. Ага. Кто же их так замочил-то жестко? Ну, я убил парочку до этого, но... Ну, не думаю, что он поздно сработал просто. Скорее всего, что-то тут не так. Тогда какую-нибудь позицию найдем получше. Так, слышу шаги твои. Встал. Да, похоже, твои были. Зомби снова ноль. Блин, туман вонючий, ни хрена не видно. Это я бегу, если что? Ну, фиг знает, короче, не знаю.
На заправочку что ли пойти, опять вернуться с утра, там покемперить, посидеть. Ну хотя с моей-то пушкой только кемперить, блин. Мать ее. Никого, ничего. Ну просто стрёмно как-то, если зомби один сосалиска стало, такое ощущение, как-то грену взорвали, типа, да? Как вариант. Да нет, это... Все равно граната дает где-то 40%, если нормально скопить зомбарей. Ну так может скопили ненормально. Как так резко 40? Ой, 11 стало. Ну это надо убить-то двоих, троих, четверых. Чтобы стало 11? Шестерых, да. Двоих, тут же троих, не всех четверых, надо. Пятерых, шестерых. Все, короче, перечислил. Ну я не знаю, сколько убить. Ладно. Воду нашел литровую, нужна тебе чистая? Да, в принципе, не особо. Возьми себе. Угу. Хорошо. Взял себе. Слышь, как ты бегаешь. Ну, мне пришлось. Пенициллинчик нашел, ну понятно. Да, твою мать. Да, с таким туманом, конечно, жопа вообще что-то увидеть. Даже и не знаю. Вот я двоих сейчас убил. Через некоторое время индикатор должен обновиться. В таком тумане мы просто ни хрена не увидим, даже если будут люди, что-то складка местности для любой встань, все, тебя не видно, нифига. И так-то незаметно, а по туману еще. Ты прыгаешь? Да. Ладно, it's time to burn. Вот так, крыша прикольная, пойду на трассу, хорошо, посмотрю, еще там видно оттуда. По крайней мере, попробую. А я поиграю роль мишени. Побегаю. Давай, по городу. Хорошая идея. Пособираю зомбарей. Тут генератор требуется ремонт. В этом здании. И подъем, судя по всему, наверх. Осколочная бомба, кстати, есть. Забирай. Будет третья. Так, сразу поставить ее надо. Вместо бинта. Так, а как же они сюда на крышу поднимаются? Вот в чем вопрос. Бабах. Ну да, это было слышно. Это было громко. Думаю, теперь, кто здесь был, точно о нас знают. Ну, еще бы. Никого не вижу. Никого и ничего. А ты прыгаешь. Да, это да, будет толпа зомби. Ну, такая уменьшенная. Надеюсь, на меня не переявится. Точно нет. Ладно, все понятно, с тобой развлекайся, короче. Твою мать, заразил. Человек. Это я. Да, ты с меня стреляешь с дробовика, да? Я стрелял с дробовика. Прям в меня? Нет. Ты человека нашел? Ну, в меня кто-то с дробовика стреляет. Но это может и я, потому что, я не знаю, я через забор, может, прилетало. А, ну теперь. С дробовика стрелял я, потому что меня зомби заразил. Что речь о заражении, скажи срочно. Так, сейчас скажу. Пенициллин, наверное, да? Ну да, пенициллин должен, по идее. Нет, хер. Антибиотики? Нету такого. Ладно, все, короче. Да хер с ним, господи, сдохну, так сдохну, плевать. Ну ты меня здорово прокоцал, конечно.
Так мы же вроде должны быть в команде в одной, типа, не коцались, не коцать друг друга. Ну, это не всегда работает, как видишь. Ну, видишь, я стрелял по зомби, просто ты стоял за ним, получается, за забором. И через забор в тебя влетело. Извини. Стреляет, говорит, меня с дробовика, блин, да, видишь? Искали приключения, нашли друг друга, короче. Отлично вообще, команда мечты. Ладно, пока это было точно шумно, теперь точно сюда все прибегут. Я надеюсь. По крайней мере, все зомби. Ты стрелял? Да, я стреляю. Надо ж патроны куда-то потратить, у меня еще 50 штук. Буду отстреливать потихоньку зомбарей. Угу. Ну ты говоришь, если будет контакт с человеком. Ну, обязательно. Твою мать, думал, ты мертва, а ты встала. Так бывает. Согласен, бывает. А еще бывает и не только так. Так, мне бы на самом деле найти бы что-нибудь типа этого, чтобы, короче, отхилиться. Ну, в смысле, заражение вылечить. Ну, но... это ты навряд ли найдешь. Но чувствую, да, это без шансов. Антибиотики — вещь редкая. Ладно, похер, умру, появились группы. Я пока капусту съем. Где все зомби? Почему зомби кончились? У меня, видимо. О, нашел аптечку среднюю. Как думаешь, она лечит или не лечит? Нет, она не лечит. Уверен, да? Уверен. Мы с тобой это проверяли. А, точно, точно, мы же проверяли. Дерьмо-то, а? Микстура для живота. Вряд ли она меня способна вылечить. Лутаю дальше. Еще дробь. Грязная бутылка. Осколочная бомба еще одна. Хорошо. Только зомбарей нет, чтобы ее использовать. Не, ну меня слышны зомбари, но я их не вижу, самое что любопытное, да? Меня даже не слышно никого. Я бегаю на спринте тут по-жесткому. Всем пофигу. Бывает. Так, зомби передвигается. Нет, встал. Показалось за кем-то, но нет, он встал. Короче, город твой убогий. Ну, обычно же тут люди были. Ну, видишь, не сегодня. Всегда. Чё-то мы с тобой очень везучие. Видимо, обеденный перерыв у людей. У меня тем временем уже не пацанов заражение, поэтому скоро я все-таки сдохну. Помочь тебе? Нет. Твою мать. Я стреляю. Твой дробовик, кстати, очень тихо было слышно. Ну так я далеко от тебя, потому что. В смысле далеко? Я возле пост-офиса был. Ну, я в другом конце города. В смысле в другом конце? Тихо, ты стрелял? Да я стреляю. Ну предупреждать надо, когда стреляешь, и стреляю. А, я... То есть 10 раз... Я же вот сказал, когда... Когда стрелял. Что я стреляю. Если это одиночное, то это я стреляю. Вдруг это по мне летит? Одиночное. Если так. По тебе, то не я стреляю. Прицельный. Что, стрёмный звук какой-то, как птичка поет? Да, у меня тоже такое было. Опять ты... О, антибиотики нашел два раза даже. Прикинь, как повезло. Ну проверь, они еще вылечат тебя? По-моему, нет. На пятерку. Ваше здоровье на максимуме. Покоцайся. Сколько у тебя заражений процентов? 15. А, и они на пятерку восполняют, да? Одни антибиотики я выпил уже, не знаю, что-то не заметил разницы.
О, марлевый бинт, халява. Вот покосился. Вот стрельбу сейчас точно слышал. Ну, это я был, я. Нет, они не лечат, короче, нифига. Это все обман. Уйди в туман. Они совершенно не лечат. Я не помню, что-то лечит. Ну, не антибиотики. И вряд ли, наверное, микстура для живота поможет, так что я не знаю. Ладно. Человек, бах тебе в голову, в упор. Все. Ты в домике? Мне это надоело, да. Я строю себе домик. Пошли на свою зону, там хоть погрем кого-нибудь. Все, я построился. Молодец. Ладно, пошли на сейф зону, согласен. Скучно тут как-то. Погнали. Может, кого найдем, может, кого заагрим. Может, кто нас найдет и заагрит. Почти одновременно. Бедный зомбарь, наверное, охренел. От такого количества свинца. Угу. Идем прямо по дороге, ни от кого не скрываясь. Все. Ну-ну, давай. Ты, я смотрю, стал еще и бессмертный к тому же. Ну, видимо. Да они все, наверное, в центральном городе, мне кажется, в этом, как он там. Что они там делают? Гринвейл, Пейнвейл. Хрен его знает, как он там называется. Что-то Вейл. Тут все так называются города. Вот-вот. Видимо, разнообразие подкачало. Та-да-та-та-да-та-та-да. Ну все, мы в безопасности. Ой, по мне стреляешь, что же делать? О, господи. Да, если там кто-нибудь будет, осколочную кинем под ноги. Да не мне же, ну. Она улетела куда-то. Да, мы здорово пошумели. Просто надеюсь проверить, работает ли осколочная под ноги в своей зоне. Ну, тебя коснуло? Так она далеко была от меня, она не бежала, еще обижать надо было бежать, чтобы коснуло. Но тут никого нету даже, даже здесь никого нет, понимаешь? Плохой мы сервер выбрали. Пошли на первый сервак, там точно здесь. Дай, уже разница-то забей. Не надо, я в глобальном инвентаре пытаюсь скинуть всякие разные аптечки. Все равно скоро сдохну. Ну, потому что у меня заражение, я имею в виду. Самодельные 5.56. Можешь вакцину себе купить на последние деньги? Да, вот мне больше делать нечего, я лучше сдохну. Да где самодельные 5.56? У меня же были они точно, или нету? А, тебе скинуть патронов? Нет, не надо ни патронов скидывать, наоборот, я пытаюсь их скинуть. А ты в пустой слот любой положи, и они состакаются. Ладно. Предположим, микстуру для живота сейчас выпью. Ну все, я готов. Шикарно. Микстурка для животика. Вкуснотища-то какая. Лови. Ловлю. Давай. Пасуй. Где она? За тебя. Видел? Понравилось? А-а-а. Прям супер. Шикарно работает, по-моему, да? Ничего не ощущается. Серьезно? Да. Да ладно, меня слепило по-дикому. У меня даже вообще ничего не было. Не, меня прямо слепило, вообще неплохо. Как классическая слепа. Ну, может, потому что я спиной стоял. Ну, может быть. Ну что, снова в тот город, потому что больше делать нечего. Тогда. Опять мы побегаем, да будем заканчивать. Короче, прикол в том, что если ты включаешь грену левой кнопкой, потом сразу же крутишь колесико, тут же, прям в ту же секунду, то у тебя она остается снята щекой, но в инвентаре. И потом, когда ты выбираешь колесико еще раз, он сразу ее кидает, без промедления.
Понял прикол? Да, понял. Нормальная тема. Но правда, если не сработает, то ты себя выйдешь. Или взорвешь. Это было больно, между прочим, сейчас. Ты в курсе? Я знал, да. Догони. На дробь быстрее догонит, не переживай. Я застрял. Так тебе и надо. Все, не шуми, давай по стелсу. Как настоящие спринтерселы. Да, давай возьмем этот банк по-тихому. Давай. При этом бежим вдвоем на шифте. По-тихому возьмем. Угу. Ну-ну. Я пошел в пост-офис. Эх. По-прежнему никого нет. Ничего не изменилось. Ну да. Действительно. Давай, ты смотришь направо и налево. У меня чисто. У меня тоже. По мне никто не стреляет. Значит, чисто. Действительно. Ладно. Пойду по ангарам пробегусь. Малевый бинт. Юпи. Ты все равно скоро сдохнешь. Я буду хилиться до последнего. Используй все свои медикаменты, чтобы они тебе не достались. Mm-hmm. Как тебе идея? Вообще супер. О, я нашел скопление зомбарей. Сейчас будет ликер. Я нашел ликер-магазин. Сейчас будет ничего. Слышу я твои выстрелы, слышу прекрасно, ну вот. И по идее, слышишь, ты должна вся карта, но... Но. И туман прошел уже, и все хорошо. Это скопление зомбарей, кстати, я имел в виду, когда говорил, что здесь зомби стоят на карте разбросаны. А, много. Ну все, нету больше скопления. Я понял, наконец-то исполнится скоро. О, стэшбокс, халява. А напоследок я возьму себе стэшбоксик. И сиропчик от простуды тоже заберу. MX-TAC 50-56. Так, дальше. Лутаем дальше. Сиропчик от простуды. Еще один сиропчик. О, барабан 5-56 нашел. Тут зомбарь что-то с ума сошел. Бьет в пустоту. Он баррикаду сломал. Фига, он дерзкий. Я в него стреляю, ему по барабану, он баррикаду бьет. Нормально. Так вот, представляешь, нашел барабан для 5.56. Это ж круто. Круто, 100 патрон можно запихнуть, из которых ты выстрелишь максимум 5, пока не сдохнешь. Вот-вот. О, стэшбокс еще один. Ты все развлекаешься, смотри, да? Конечно, мне надо все патроны потратить. Простой морлевый... тварь. Укусила опять. Простой морлевый тварь. Нормально. Все супер. А я хочу быть апельсином. Как пелась песня. Никого, короче, я уже сама схожу. Пора заканчивать серию у нас, потому что она вышла какая-то что-то так себе, потому что никого. Абсолютно никого не постучали. Ну что ж, давай заканчивать. Сейчас. Сейчас я тебя найду. Давай. Найди меня полностью. Я знаю, что ты хочешь. Что? О чем ты? Ничего не хочу. Отнимается тебе здоровье-то, отнимается. Баррикада сломалась. Да я уже по зомби стреляю, а не по тебе, а ты все по мне.
Вот ублюдок, а. А, все, у меня патроны кончились. Наконец-то. У меня, кстати, хп все. Да? Ты не попадаешь. Как ты так-то? Ты тоже. Да не, я-то попадаю. У меня, по крайней мере, показано это. У меня тоже показано было. Каждый раз. Водичка. Я пока лутаю. Опа, еще там такое было интересное. Ага, понятно. А, у меня, кстати, кровотечение. Дай тебе бинт. Сдохну. Да, бинт дам. Давай. Ладно, ты не сюда, сейчас дам. Сейчас скину. Ты не успеешь. Давай, быстрее. Скинул. О, лучше стало. Все? Или не прошло еще? Ну, желтым окрасилось. Давай на еще тогда. Мне не жалко. Юзай. Ну смотри, этот бинт был элитный. Еще бы не все. Тот-то я нашел, а этот, блин, прям вообще крутой бинт. Ладно, друзья, на этой ноте, пожалуй, мы и закончим наше выживание в игре Aftermath, по крайней мере, на какое-то время. Как видите, мы пытались найти людей. Мы делали все для этого возможное. Мы агрили просто весь сервер на себя, кидали гранаты. Даже в конце начали друг друга мочить, но это не помогло. Так мы никого и не увидели, кроме одного паренька в самом начале серии, который тупо от меня убежал ночью. Скрылся во мгле. И был таков. В общем-то, надеемся, что несмотря на это вам понравилось. Оставляйте в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Не забывайте подписываться на канал. Ну и ждите нас в дальнейшем в текущих и новых проектах на канале Epic Type. Возможно, что-то новое начнем. Возможно, просто к Aftermath вернемся. Спустя какое-то время в любом случае будет что посмотреть. Да, вот, очень интересно, это я вам обещаю. Весело, заводно и здорово. Так, поднимусь на всякий случай сюда, последний раз посмотрю еще тут, что у нас есть. Да, давай. Ну, здесь, кстати, очень позиция крутая на самом деле, ты говоришь. Ну, может, конечно, на ладони, но а то видно тебе все вообще. Все. Ну, ладно. Тогда всем до скорых встреч в наших будущих прохождениях. И всем пока. Пока. Пока.